Правительство поможет студентам погасить кредиты на образование. Об этом заявил сегодня Владимир Путин на совещании по вопросам развития системы высшего образования. Как именно компенсируют кредиты, премьер не пояснил. По его словам, сейчас этот вопрос прорабатывается. Как было сказано, в системообразующих банках ведут специальную программу поддержки такого рода финансирования. Но помогут не только студентам, но и выпускникам, многим из которых, как отметил премьер, в этом году из-за кризиса будет нелегко найти работу. В этой связи есть несколько конкретных предложений. Во-первых, увеличить прием выпускников вузов на обучение по программам магистратуры и аспирантуры, особенно по техническим направлениям и другим специальностям, которые будут востребованы после кризиса, в послекризисный период. Во-вторых, это возможное продление срока обучения в аспирантуре. Кстати говоря, по первой части, я уже сейчас говорил на встрече со студентами, мы увеличим количество мест, бюджетных мест в магистратуре до 35 тысяч, в аспирантуре до 30 тысяч. Совещание во главе с премьером прошло в Московском физико-техническом институте. А перед заседанием Владимир Путин встретился со студентами и не только поговорили о проблемах, но и попили чаю с пирожками.